Посмотрел справа у меня, понимаете, мистер Шмидт, место 9, значит, атаковал меня и поворачивает. Я его первый раз видел-то, этот самолет, мистер Шмидт, поворачивается и уходит. Ну, я уже наблюдаю за ним. Он ко мне сзади опять заходит. Ну, я думаю, что, ну, и стали в вираж. Вираж так стали, крутились, понимаете, и так стали, что этот мистер Шмидт, это я. Ну, на все гашетки, прямо в прицеле. Смотрю, понимаете, попадаю, пули трассирующие, попадаю. Смотрю, думаю, задымил, и сел, прилетел на аэродром. И, значит, здесь мне, значит, конечно, командир полка спрашивает меня, вы устали, товарищ Бегельдинов? Я говорю, да никак нет. А если честно говоря, впервые я в таком переполох, конечно, ну, вообще-то, конечно, ноги немножко дрожали, вообще-то. На следующий день утром, значит, вызывает мне командир дивизии, а командир дивизии тогда был, значит, тогда был полковник, герой Советского Союза, товарищ Каманин. Вызывает, значит, я подхожу и спрашиваю, значит, он меня спрашивает, вы вчера на каком самолете летали? Я говорю, на 13-м. Вы сбили истребителя? Да, говорю, вроде бы немецкий истребитель, я сам видел. Ну, немецкий, ну вы же скажите, как сбили? Ну, я им говорю, что на виражах, понимаете, попался под мой прицел, я его, значит, сбил. Вы знаете, Гарташ Бигельдинов, вы сделали колоссальное дело. До сих пор штурмовик не дрался с истребителем противника. И вы открыли, по сути дела, новую тактику вроде бы. Потому что штурмовики дерутся и должны драться с истребителями, когда встречают. И вот факт, вы сбили, понимаете, даже, значит, истребителя. Вы знаете, говорит, кого сбили? Я говорю, не знаю. Да вы, говорит, сбили аса, который имел сбитых самолетов 108. Ну, там он во Франции, там, в других местах, понимаете. Ну, 108 самолетов сбил, оказывается. Вот за то, что вы открыли новую тактику, за то, что сбили вот этого аса, вас награждаю орденом Отечественной войны 2-й степени. Это был мой первый орден, который я получал в 43-м году.